Всем добра. Я прожил жизнь после несколько раз. И отлично помню, что после прохождения сюжета мне становилось скучно. Потому что уничтожать орды казалось очень однообразным занятием. Кинул манок, привлек фриков, кинул напалм. Повторять до полного уничтожения орды. Если так не получается, то бегаешь от них и взрываешь канистры с бензином и газовые баллоны. Или просто тупо отстреливаешь небольшими партиями. Скукота одним словом. Поэтому я решил это занятие разнообразить и внести толику веселья в уничтожение орд. И начать эту серию роликов хочу с самого интересного. Погнали! Все, кто хоть разок играл в Days Gone, в курсе, что на уничтожение орды нужно идти в полной экипировке. Максимум бомб, напалма, гранат, полный боекомплект патронов и аптечек, и еще неплохо иметь в рюкзаке материалы для крафта всего этого. Потому что бой может затянуться. Мало боеприпасов. Но не всегда. При самом первом прохождении игры по сюжету я попал на железнодорожный переезд. В этом месте куча всего интересного есть. Там и блокпост Нера, и засадный лагерь недалеко. И орда фриков копошится среди горы трупов. Раздолье одним словом. Я еще не знал, что это за упыри и как с ними бороться. И только осваивался в игре. Бегаю вокруг поездов, лутаюсь. И вдруг замечаю, что фрики стали активничать. Меня, похоже, заметили. Значит, пора сваливать. Зеленый смерть, зеленый, это хорошо. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Посмотрим. Первая встреча закончилась довольно печально. Но место было слишком козырное. Загрузился и приехал снова. И вдруг замечаю, что фрики ко мне бегут, но дальше ничего не происходит. Они просто исчезают. Даже не сразу сообразил, что словил баг. Фрики подбегают к Дикону и просто испаряются, оставляя при этом свои уши в моем рюкзаке. Мне понравилось. Решил поискать еще таких же бескорыстных. Еще трофеи. Но на некоторых этот баг не действовал. Да ты сдох! И они начали меня мутозить. Было больно, неприятно и неинтересно. Я решил уехать от этих фриков и нашел еще несколько камикадзе. Но скоро и тут лафа кончилась. Больше повторить такое у меня не получилось. Поэтому решил свалить с концами. Но это был такой кайф, что очень хотелось повторить. И вскоре игра подкинула мне еще одну такую же орду. Что, получил? Я спокойненько постоял, пособирал уши, убил из пистолета самых агрессивных, а когда удача и тут меня оставила, просто свалил. Больше ни разу за все мои прохождения получить этот баг не получилось, а жаль. Мне понравилось. Напишите, как вам такое истребление орд. Нажмите чего-нибудь. И всем добра.